Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни человека – это счастливое детство, говорила английская писательница Агата Кристи. И ведь действительно, есть люди, которые могут сказать, что их детство не было жизнерадостным и ярким, что им самим этого не хотелось. Но так они говорят сейчас, став взрослыми. Каждому ребенку хотелось, чтобы у него было счастливое детство. И сейчас люди могут вспоминать свое детство не без улыбки. В сети интернет есть много рассказов от того или иного пользователя о своем счастливом детстве, о своем счастливом прошлом. Часто наши бабушки и дедушки рассказывали нам о своей юности, и мы слушали их очень внимательно. Нам были интересны рассказы про те времена, которые, казалось, были давно. А мы решили узнать, какие яркие воспоминания остались у наших жителей. В такой деревне, где не было школы, не было света, электричество, скажем так. И вот мы переехали на железную дорожную станцию, это, строили новую железную дорогу, и там электричество, свет, это самое, школа, детский сад, все это было построено, прекрасная квартира, мы в землянке жили. И вот пришел в школу, я такого здания просто никогда не видел. Это был 1954 год, после войны еще страна не оправилась. Вот я считаю, у меня самые яркие впечатления. Первая учительница, первые друзья. А мы там жили, нам несколько домов было. Вот. Вот это... Маленькие, какие у нас были обязанности. Как мы еще до школы за овцами ухаживали, запирали их. Вот иду и запираю их, а они шарахаются, меня уронят и по мне бегут. А я махонькая. А потом идешь мимо, а там бык стоит в стойле. Ужас какой страшный. И как он даст перегородку. Бежишь без памяти. И вот мы идем, рассказываем, вот у нас какое детство. То есть самое счастье было на реке. На речку придем, вот самое счастье там. Речка маленькая, не глубокая, разная рыбка водилась. Мы берем, у кого лукошечка, кто и решето, у кого чего. И вот мы ловим рыбку, купаемся. И вот это самое счастливое время. Я научилась кататься на велосипеде. Я научилась кататься на роликах. И когда я напялила папину шляпу. И одежду. С вами была Виктория Рякина и Петр Овсянников. Дружба начинается с улыбки.